добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леванто. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Вот в каком составе сегодня будет играть Леван. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она добро пожаловать на муниципал де Ипуруа. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. Перед вами. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня.
каком составе сегодня будет играть Ливан. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она... Шанс забить сейчас. Ну и делать тут что-то надо. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Судья показывает на угол поля. Центр штрафной, мяч направлен. Выбит мяч из штрафной. И как он дальше мячом распорядится? 4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. В каком составе сегодня будет играть Ливан? Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она... Добро пожаловать на Муниципал де Ипуру. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. 4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. В каком составе сегодня будет играть Ливан? Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она... Добро пожаловать на Муниципал де Ипуру. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. 4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. В каком составе сегодня будет играть Ливан? Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она... Добро пожаловать на Муниципал де Ипуру. Сегодня вас ждет игра на этой отличной арене. 4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. В каком составе сегодня будет играть Ливан? Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она...